товаром народного потребления отличное качество. С такой инициативой выступили труженики Калининского трикотажного объединения. Они призвали всех работников легкой промышленности России последовать их примеру. На головном предприятии объединения недавно установили автоматические станки для производства кремплена. За девятую пятилетку здесь освоено 17 видов новых изделий. Многим из них присвоен знак качества. В стартовом году новой пятилетки коллектив объединения обязался выпустить изделий со знаком качества на 600 тысяч рублей. Выпуск, пользующийся спросом красивой и современной одежды, этому отданы повседневные заботы и усилия калининских трикотажников.